Thank you.
через 5 лет. Он стал чемпионом мира! Шахматы – игра древняя и вечно новая, ограниченная доской и безграничная в комбинациях. Не правда ли, шахматы похожи на математику, без результатов, архитектуру без камня? Эта игра изощряет ум и обогащает душу человека. Простые правила этой игры может выучить любой ребенок. И в ней рождаются гении. В случае Чинтовича особая гениальность угнездилась в мозгу совершенно нетронутым. Я хочу, господа, узнать его поближе. А что, если поймать его на приманку, изображая шахматные фигуры? Мне нравится эта идея. Мне нравится эта идея. Мне нравится эта идея. Разрешите представиться. Маконов. Не понимаю. Зачем мне быть? Нефтевладелец из Канады. Зачем мне это знать? Хотя бы для того, чтоб сыграть со мной. Какой мне интерес играть с третьеразрядным игроком? А я вот хочу, чтоб вы со мной сыграли. Господин Макгрегор. Моя фамилия Макконор. Это не имеет значения. Вы мешаете мне гулять. Посмотрите, какой гордый. Ну что еще? Если вы не примете мой вызов, ну? Вы не джентльмен. Какая чушь. Ну, конечно, это ваше право, господин Чинтович. Но мы были бы счастливы сыграть с гением. По контракту с моим импресарио мой минимальный гонорар 250. За партию. Сумма по тем временам огромная. Вам третьеразрядным игроком не стыдно проиграть чемпиону мира. Thank you.
в Эншпиле мы с изумлением обнаружили, что наша позиция поразительно выгодная. Казалось, Чентович уступает. Я подозревал, что наше преимущество – не что иное, как ловушка, расставленная чемпионом мира. Белый конь бьет на цепь, белый конь бьет на цепь. Адья бьет на дебять, теперь ему конец. Я никак не мог понять, в чем заключается подвох? Какая грубая ошибка нужно было отдать Адью за пешку. Вот я де педенко, ради бога не надо. Как вы проиграете, как стыдится Чикорин на турнире. Астингсе, играйте, ладьей надо шесть. Значит, это единственный выход. Тогда ладья до шесть. А теперь ладья на Д2. А позвольте, он же получит перца. Желаем проиграть.
немыслимо, немыслимо. Это исключено. Он видел на 5 ходов вперед. К любому ответу он был готов. Он ведь большой игрок. Игрок, я заставлю его проглотить свои слова. Послушайте, вы же умеете говорить с людьми. Так упросите. Почему вы не хотите сыграть еще раз с чемпионом мира? Так это был Чентович? Не может быть! Ну скажите, что вы согласны? Для нас очевидно, что вы много изучали эту игру. Впрочем, это длинная
история. А у меня есть время. Выжить из меня деньги и сведения, эсэсовцы поместили меня в абсолютно изолированную комнату в гестапо. Вряд ли вы можете себе это представить. Отчаяния, что я закричал ему вслед.
Хорошо заучил эти 150 партий. Они мне надоели. И мне пришлось изобретать новые партии. Сам против себя.
Всем правилам. Да еще с чемпионом мира. Сыграйте только одну партию. Всего лишь одну. Одну партию? Одну. Всего лишь одну партию. И все? Thank you.
Помните, мы договорились, только одна партия. Не играйте больше. Понял, это она, шахматная лихорадка. Прекратите игру! Вам плохо, доктор! Остановитесь! Немедленно прекратите игру!
господа, эту партию по праву выиграл господин Чинтович. Честь имею, господа. Черт бы побрал этого дурака! Играет на редкость. Шахматы – магия, против которой нет заклятия. Разве что любовь – одна любовь. Так начнем, господа, нашу партию. Белые D2, D4. Впрочем, к Чинтовичу, как вы понимаете, это уже отношение не имеет. Ведь не дурная, черт возьми, вышла партия. Не правда ли, господа?